квадратов синусов острых углов, то есть альфа больше нуля, меньше пи пополам, бета больше нуля, меньше чем пи пополам, удовлетворяет такому разницу. Сумма квадратов синусов – это на самом деле синус суммы. Задача. Докажите, что в таком случае это углы, сумма величин которых 90 градусов. Синус альфа обозначен одной буквой. Ну, например, буквой А. Косинус буквой Б. Синус бета, например, Х. Косинус бета. Тогда смотрите, что здесь написано. Вот теперь надо знать формулу. Синус суммы – это что такое? Синус на косинус плюс косинус на синус. Замечательно. То есть что это вот в наших буквах? А. А, Y, B, X. А, Y плюс B, X. Плюс B, X. Отлично. Теперь давайте, собственно, поймем, что нам нужно доказать. Во-первых, что значит, что острые углы? Это значит, что все вот эти числа А, Б, Х и Y какие? Положительные. Меньше единицы. Ответ меньше единицы. А, Б, Х, Y числа нуля, Б, Х. Есть еще. Что мы знаем, когда знаем, что какие-то величины это синус и косинус? Теорема Пифагора. Правильно. Мы знаем теорему Пифагора. Что А в квадрате плюс Б в квадрате и х в квадрате плюс y в квадрате. Это мы должны из этой системы вывести какое следствие. Давайте подумаем, какое следствие мы должны вывести. Что такое альфа плюс бета 90 градусов? А квадрат плюс х квадрат равно единице. Х квадрат равно b квадрат. Х равно b. На самом деле нужно доказать, что а равно y, а b равно x. У нас есть система из трех уравнений. А квадрат плюс b квадрат равно единице – это одно уравнение. X квадрат плюс y квадрат равно единице – это второе уравнение. И а квадрат плюс x квадрат равняется а y плюс bx – это еще одно уравнение. Подумайте. Значит, а в квадрате минус ay. Это bx минус x в квадрате. Нормально? Значит, здесь будет дальше как? А умножить на а минус y равняется b минус x умножить на x. Слушайте, забавно. У нас числа а и x, они положительные, это мы знаем. Значит, а минус y и b минус x, они что? Они одного знака. Если а равно y, b равно x, то, собственно, то, что мы хотели. Давайте рассмотрим такой вариант. Пусть у нас а больше, чем y, и тогда b больше, чем x. Как вы считаете, что тогда будет? А квадрат плюс b квадрат будет больше, чем y квадрат плюс x квадрат. Да, а значит? А значит, x квадрат плюс y квадрат не равно единице. Совершенно верно. И наоборот, если у нас в обоих местах неравенство меньше, то тогда получится, что а квадрат плюс b квадрат